Приветствую всех, дорогие друзья, мы продолжаем наше прохождение The Evil Within, зло внутри. Ну как водичка, Себастьян? Да ладно, хорошо же. Так приятно окунуться в свежую водичку. Со всей этой грязи, кровищи, кишков и трупов. Хорошо же. Ну ладно. Итак, эпизод 3 в когтях чудовищ. Слушайте, немножечко жутковато, конечно. Режим сухого мужика, конечно же, будем кулаком бить стальные деревянные ящики, неважно. Так, что это у нас? Это зеленый гель. Обожаю зеленый гель. И еще шприцы. Господи, что эта игра проповедует? Я не знаю. Какой у нее рейтинг? 12+? Ладно, шучу. Так, я хотел назначить управление. Ну, как бы ладно. На 1. Я хочу, друзья, птичку подстрелить, и я не знаю, получится ли. Так, стой смирно. Простите меня, друзья. Ну, вы же знаете, я так люблю патроны. А из птиц выпадают патроны. Так, и что-то выпало. Вы не поверите, это граната. То есть, вообще как? Это граната с деревянной ручкой, реликвия прошлого века. Как она попала сюда, неизвестно. Господи, да как она попала в птицу, мне интересно знать. Ё-моё. Так, парни, а чё развлеклись тут? Ладненько. О, дверка открывается. Приятно. О, мужики идут. Hello. Окей, не важно. Shit. Да, не больно-то и хотелось назад, там мужики. И, друзья, мы с вами попали в деревеньку зомби. Можно сказать, что ее сперли из 4-го Resident Evil, но так как продюсером всегда был Синджи Миками, то можно сказать то, что это его право тырить идеи из Resident Evil. Он же его продюсер, так что все нормально. Так, еще зеленый гель. Благодарю, мужик. Так. Ага. Вот от них лучше сразу избавиться. Такие мужики вообще нервные. Вот видите, сами упали. Так, женщины, не вставайте. Ой, ну ладно, 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 ладно. Где мой топорик? Женщина! Ой, промахнулся. О, попал. Что это у вас? Еще одна граната. Господи, фу, я опять в кровище, я только помылся. Так, а ты, мужик, не встанешь? Знаешь, ты мне тоже как-то не нравишься. Лучше тебя сжечь. Так, прекрасно. А вот это очень подозрительно. Ну, это ожидаемо было. На самом деле, я не знаю, я никогда на них не попадался. Можно ли вообще на нее попасться? Большой вопрос. Потому что ловушка уж слишком палевная. Так, сохранение. Ну, знаете, друзья, я только что сохранялся. Какая разница? Что он сделал рукой? Такой махнул. Нет, нет, нет. Так, ничего. Пустота. А, друзья, вот, начинается. Начинаются мои любимые ловушки. Ой. Ну ладно, попробуем обезвредить. Так, нужно вовремя нажать, окей. Опа, получилось, отлично. Я мастер. На самом деле я обычно не рискую. Никогда их не обезвреживаю. Ой, вот, вот практически. Еще бы чуть-чуть и все. Так, спички.
Можно, конечно, фонарик включать, но, друзья, мне его свет раздражает, и он плохо на ютубе обрабатывается. Так, ух ты, вот эта баночка. 500. Шикарно. Так. Окей. Давайте здесь осмотримся. Так, иногда я всякий гель могу пропускать. Но обычно стараюсь все собирать. Так, ящички. Зачем мне эта бутылка, не понимаю. Ладно, лучше возьму пистолет. Так, еще. Мозги. 200. Так, во. Не вставай. Слушайте, это уточка. Господи, какие у них жирные гуси. Нет, это гусь. Точно гусь. Обалдеть. А, ну да, еще одна. Так. Ой, ну вот все время прям на границе получается. Это не очень. Окей. Такие занавески у вас стильные. Идемте наверх. Эх, не люблю этот уровень, друзья. Знаете почему? Потому что он до жути сложный. Ладно. Так, еще тут у нас что-то. Погодите-ка, там кто-то есть? Нет, никого. Я никого не видел. Так, спички. Окей. О! Кажется, я кого-то слышу. Кажется, это живой человек. Хотя это еще большой вопрос. Who's there? No, don't shoot. I'm not one of them. I'm a doctor. Marcelo Jimenez. You were in the ambulance before it crashed, right? Yes, we're lucky to be alive. Have you seen anyone else? My patient Leslie. I saw him running up ahead, but. But? Come this way. Quietly, mind you. Да ладно, ладно. Слушайте, он подозрительный, серьезно. Have a look for yourself. Those things chased me all the way into the village. Me too. They're all over the place. Да, немножечко коряво, конечно. Leslie went through that gate. И как он вообще прошел? Меня это удивляет. Как? Oh, Lord. There are too many to shoot our way through. One of us could try to lure them away while the other gets the gate open. You're the one with the gun. If you say so. Ну конечно. Все на меня опять. Ладно. Так, это что? Это пустота. На самом деле он сделает всю грязную работу. Хотя, ну, он немножечко нам поможет. Он еще тот псих. Так. Да-да, давай, герой. Это он серьезно сумасшедший. Полный псих. Вот что он творит? Over here! Here! Hey! Over here! That's right, this way! Им вообще пофиг. Хотя нет. Ладненько, друзья, у нас тут собственные проблемы, поэтому лучше поторопиться. Так, лучше нам спрятаться. Причем очень быстро. И подождать. Потому что за нами уже пришли. Это был реально неожиданный момент в игре. Я просто там стоял, наблюдал, и тут около 5 человек. Ах, ё-моё, у него факел. И мне нужен твой факел, мужик. Мне он нравится. Серьезно.
Так, лучше подождать, пока он немножечко подальше отойдет. Иначе они нас могут заметить. Да ладно, хорош, мужики. Так, ладно, бежим. Запасной вариант. На самом деле, теперь прятаться уже бесполезно, знаете почему? Ух ты! Потому что они всегда вас найдут. Неважно, где бы вы были, либо не были. Ох ты, ё-моё. Ладно, нужно что-то делать. Так, у этого топор. Не получилась моя засада. Ой, ё-моё, ты как меня опередил-то? У нас очень плохо со станиной. Так, что бы сделать-то? Ох ты, вот это облом. Ладно. Я здесь и пойду. Сохранюшка. Это, конечно, хорошо, но погоды мне не сделает. Так, что, он нашел меня, что ли? Нашел меня. Так, хорош, мужик. Давай, упади. Да хорош. Да ё-моё. Ух ты. Кажется, не проламывается. Дело дрянь. Раз, два, три. Ой. О. Я не знаю, кто опасней. Я хочу двоих поджечь просто. Есть. Это минус двое. Остался последний. Так. Ну, в общем, друзья, как-то так. Неплохо. Я считаю то, что получилось неплохо. Весьма и весьма неплохо. Хоть и не идеально. Так, где моя птичка? Вообще удивительно то, что он меня заметил, когда я вылез. Мне казалось то, что я достаточно далеко нахожусь. Так, здесь мы с вами все смотрели? Или нет? Так, вот тут что-то есть у нас. Нет, это мы не разобьем. Спички. Одна штучка. Здесь пустота. Всем печально. Так, тут я взял. Ага. Ну, в общем-то, и все. Тут у нас выход снова сюда. Ясненько. Ладно, тогда будем пробираться дальше. В принципе, можно сходить сохраниться, хотя... Тут автосохранение есть. Поэтому не обязательно. Че, еще кто-то остался? Погодите-ка. Тогда я буду использовать трюк с бутылкой. Мне нравится то, что... Блин, да хорош, да как? Вот просто как? Ладно, трюк с бутылкой. Трюк с бутылкой. Он не получается иногда. Ух ты, вот получился. То есть нужно, как бы, друзья, четко в голову попасть, и тогда вы сможете сделать скрытое убийство. Но не всегда это получается, серьезно. Два патрона? Отлично, у меня 7 патронов. Поэтому бутылка — это тоже вещь, на самом деле. Так, ладно, давайте идемте дальше. А, да, вот тот паренек, видели в прикиде чувака, которого мы уже видели. Он такой весьма жесткий. Его зовут Доппельгангер. Серьезно. Так, и в принципе можно сделать обманку. Одну сейчас попробуем. Как только мы зайдем в этот амбар, они сразу сюда придут. Не знаю, чувствуют они что ли, либо еще что-то у них. Поэтому нужно очень четко сработать. Так, спички. Так, здесь еще одна птичка. Так, тут у нас мина, да? Возьмем бутылку. И подождем их тут немножечко. Если, конечно, не придут. Ну, должны прийти, обычно всегда приходят. Они знают, то, что ты здесь. Это скрипт. Ну, сейчас как-то неохотно идут. Мужики! Я слышу то, что они вроде как идут, но очень-очень медленно. Мужики! Не хотят.
Зараза. Значит, нужно привлечь внимание. Я понял. Либо сходить вниз. Ну, тогда придется бежать все равно. А, ну вот, смотрите-ка. Чего-то кто-то пришел. Но все равно маловато. Так. Да, точно. Блин, тут же снайпер. Забыл. Окей, я понял. Ой, да ладно, хорош, силы кончились. Чего у тебя силы-то кончились? Поэтому я говорю, лучше развивать силы. Нет, слушайте, стоки сена мне нужны на того мужика. Окей, трюк с бутылкой. Если получится. Если не получится, будем жечь сено. Ага, да, ты меня нашел. Ой-ой, хорош. Ты чё? Да, вот. Ладно, окей. Весь прикол в том, что нужно одновременно нажать присесть и после этого пробел. Это не всегда получается. Так, окей, отлично. Сегодня меня бутылки выручают просто. Так, ну что с мужиком-то делать? Окей, черт с ним. В ситуации будем работать. Тут, кстати, друзья, наш друг сидит. Зовут его Садист. Я не знаю, за что его посадили. Видимо, плохо себя вел. Может быть, за то, что нас отпустил. Проворонил. Не знаю. Очень подозрительно это. Так, ага, тут у нас еще ловушечка. Обезвредим. Так, тут можно лестницу, по-моему, сбить. Быстрый проход будет. Можно еще наверх забраться. Не, ну, кстати, интересно, почему-то скрипт не сработал. Это просто удивительно. Так. Еще один ключ. Сегодня будем использовать. А, спички все, да, у нас максимум. Надо все-таки прокачаться, чтобы собирать спички. А, кстати, еще один трюк, по-моему, если сделать. Я забыл, как. В общем, по идее, наш персонаж, он не боится высоты. И можно спрыгивать с любой высоты, но я забыл, какой кнопкой. Это странно. Но так можно делать. Так, патрончики. Шикарно. Вроде бы все. Так, ладно, давайте сходим. Улучшим наши вещи. Вот этот мужик меня реально беспокоит. Всматривает что-то там. Так. Так, тут я тоже по-тихому пройду. Еще один капкан. 21 запчасть. Неплохо. Так, мужик. С мотыгой. Местные фермеры. А мы их убиваем. Все странно, конечно. Патрончики. Еще 4 патрона. 6 патронов, друзья. Вот это шикарно. Так, нет, топор, топор. Мужик, без топора вообще не очень. Не в кайф мне играть без топора. А, ходит. Ух ты. О, не повезло. Что сказать? Кому-то везет, кому-то не везет. Так, бутылка нет, там. Окей. Вот эту жижу подбери. Только осторожно, все собери. Чтоб ничего не растеклось. Так, еще наверх схожу. Кстати, вот совсем забыл-то, что там снайпер был, зараза. Только я хочу ударить по башке, бац. Снайперюга. Да у них все глаза сгнили, я вообще не понимаю, как они там стреляют. Так, запчасти. Болт-вспышка. Снаряд для арбалета агония, ослепляющий врагов яркой вспышкой. Ослепленного противника можно скрытно убить, подойдя к нему с любой стороны. О как. Так, гель. А, да, точно, друзья, тут есть еще один ключ у нас. Вот видите, там статуя. Надо только прицелиться. И вон там ключик. Так. Куда-то, по-моему, вниз упал. Кстати, куда он упал?
Надеюсь, что куда-то близко со мной. Ой, хорош! Кто-то заметил. Кто это? Вообще не понимаю, откуда он пришел. Ключ. Слушай, мужик, у меня топор, и мне плевать, что у тебя кирка. Серьезно. О, ключик. Кажется, он застрял. Ладно, давайте оставим его в покое. Бедного землекопа, шахтера. Че, он выбрался, что ли? Вот это да. Вот это ты, мужик, даешь. Контрольной точкой. Интересно, почему вообще? Окей, неважно. Давайте сходим в наше убежище. Она исчезла. Ты так все время будешь делать? Так, наш дневничок. Дневник Себастьяна Кастеланоса, декабрь 2004 год. Первый день работы следователем. Моя напарница Майра Хансен просто огонь. Упорная, серьезная, такие женщины мне нравятся. Но с ней шутки плохи, сегодня она едва не засекла, как я пялюсь на ее задницу. Молодец, мужик, а еще следователь. О, опять тараканчики поползли. Мушки. Интересно, что ужаснее, просыпаться здесь или там? Хороший вопрос. Привет. You should find this useful. Where are you taking me? You don't talk much. Detective Castellanos, do you have a key like this? That key will allow you to open this door. Благодарю. Итак, друзья, у нас есть собственный морг. Мы можем открывать эти ящички, и в них находятся, друзья, припасы. Please come back whenever you need to. Благодарю. Припасы все рандомные, поэтому неважно, какой открывать ящик. Всегда все рандомное. Шприц. У меня максимум. Так, здесь у нас что? Гель. Ну, так себе, конечно. 5000. Круто. Не так себе. Шикарно. Мне как раз нужен гель. Еще гель. Еще 5000. О, сейчас мы улучшаем. Так, и это болт взрывной. 4 болта. Вот это вообще прекрасно. Этот снаряд — мина для арбалета «Агония», взрывается, если рядом находится враг. Его можно устанавливать, например, на стены, на пол и даже на врагов. Сегодня понадобится, хотя я еще не решил, как мы будем сражаться. А, 2 осталось, ну ладно. На запас. И, друзья, здесь находится у нас карта. Мы собираем фрагменты для этой карты. Эта карта такая же невнятная. А когда мы соберем все фрагменты, тогда мы получим кое-что. Кое-что. Я не уверен, что я все соберу. Кстати, я только что, по-моему, пропустил один фрагмент, который лежал на полу, насколько я помню. Так, давайте почитаем газетки, что у нас пишут в новостях. Убийство продолжается, полиция в тупике. Почему убийца не оставляет следов? В окрестностях Элк Ривер найдены новые трупы. Местные жители боятся выходить из домов. Бойтесь Себастьяна Кастеланоса. Так, это кто у нас? Пропал сотрудник полиции Оскар Каннелли.
Исчез во время патрулирования. Патрульная машина найдена на окраине города. Да, это мы его убили. Нашего напарника. Ну, трудно назвать его напарником. Нашего сотрудника. Так. Не могу улучшить. Так, прежде всего, я хотел запас спичек. Улучшить еще на один уровень. Да. Теперь я хотел обязательно взять бег, потому что с таким бегом фиг спасешься. Так, сюда. Время ускорения. Да. И еще один уровень. Благодарю. 6 секунд. И теперь остальное нужно вложить. Могу я? А, я, наверное, не могу. Нет, могу. Разрывной болт. Я хочу вложить в силу. В его силу. Хотя не факт, что мне понадобится. Но в будущем все равно понадобится. Так, и вроде бы все. Шикарно. Так, все, живем. Можем идти дальше. Так, кажется, здесь должен был быть фрагмент. Да, вот он лежит, я его не взял. Так. Четвертый. Так, как мне избавиться от мужика? Нужно его, друзья, сейчас заманить. Ой, стойте, вот сюда. Вот этого засранца нужно заманить обязательно. И избавиться от него. Быстрее уже, как можно. Потому что он реально мощный мужик. Вот, все, бежим. Ой, да хорош. Попал, что ли? Вот видите, что он вызывает там? Вот это жесть просто. Это просто жесть. Так, а меня эти штуки не найдут? Они найдут меня? Да ладно! Хорош! Я думал, что не найдут. Кажется, я спасен. Ой, нужно быстрее, быстрее. Черт! Так, мужик. Давай. Удар ногой. Все, сжег. Получилось. Фух, блин, ну эти штуки вообще опасные. Как я и говорил, друзья, это доппельгангер того парня, которого мы видели. Двойник. Который постоянно исчезает, и этот парень реально опасен. Фух, так, здесь все. О, там еще спички. Нам пора бы уже исследовать следующую местность. Так. Майн. Что-то. Спички. 3 штуки. Берем. Ой. Да ты так... Ты вообще кто? Чё-то я не понял. Вот почему их нельзя сейчас вот. Как бы... Блин. Тут не получится, наверное. Ну-ка вниз. Бедный, бедный зон. Да тут что ж такое-то творится? Давай наверх. У него топор. Вообще откуда? Жесть. Я вас не помню. Так. О, овечка. Или это свинья? Так, мне не нравится то, что тут мужик, он бесится. Но, в принципе, он не должен сейчас на нас нападать, насколько я помню. Что тут? Это топор. Насколько я помню. Но если нападет, будет очень плохо. Так, мину я ставлю. Возможно, она мне понадобится. Так, здесь, друзья, что у нас? Это капкан. Пора уже найти арбалет наш. Так, здесь... Нужно очень осторожно открывать ящик, потому что находится мина. Да ёба! Я же сказал осторожно, твою ж налево! Ах, боже ж ты мой, Кастелянос. 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 Ах.
Вот, блин, мужик, ладно, вкалывай. Чё уж теперь с тобой поделать-то? Так, это еще у нас... Угу, запчасти, 26 штук. Да хорошо. Так, жидкость. Бутылка, ой. Так, что тут? И что это? И кто это? Непонятно мне. Если честно, совсем. О! Сейчас будет весело. Я вот не знаю. Ну, ладно, я не успел. Ну как крыш. Окей, кто у нас еще? Здесь, по-моему, было очень много народу. Ой-ё. Так. Да хорош. Да ё-моё. Давай. Бежим. Блин, зараза. Ладно, первая смерть. Ай. К черту ловушки, друзья. Они всегда не срабатывают. Окей, и где это я? Я вообще где? Так, стойте. Мы здесь. Это откуда вообще начало-то? Так, тут у меня какой-то факел. Мы убили этого-то? Доппельгангера-то мы убили. А здесь у нас что? Здесь я двух мужиков убил. Окей, сейчас, наверное, получится лучше открыть ящик. Да. Сейчас я меньше потрачу здоровья зато. Так. Да, чтобы увидеть содержимое. Вот видите мину? И вот что? Почему он? Так, вот, наконец-таки получилось. Так, все, запчасти, патроны для драбана. Так, дальше бежим. Сейчас мы все это по-быстрому сделаем. Так, ага, тут запчасти уже пропали. Интересно. То есть как бы я уже их взял, получается, да? Так, окно разбивается, мы заходим. Мужик сейчас нажмет рычаг. Надо сразу тоже, наверное, нажимать. Откуда? А, это... а что это делает вообще рычаг-то? Я, кстати, не знаю. Да, это же странно, я же не знаю, что делает этот рычаг. Я жду, что тоже что-то получится. А что, сверху пришли? Или снизу? Откуда придут? Где народ? Ой, сверху пришел. Так, эта женщина... Ясно? О! Отдай винтовку. Блин, вот винтовку главное нельзя взять. Вот отстой. Ой, к нам сейчас народ идет. Много веселого народу к нам идет. Ломает там все. Так, стоять. Растяжечка. Убираем. Так, что делать-то? Мне там нужны мои припасы. Сколько там их? Так. Где все? А, вот. Так, с факелом. Это хорошо. Если убью его, будет у меня факел. Окей, давай. Иди сюда. Нет, а где с факелом? Так. У меня отлично получается этот трюк. Обожаю его. Где мужик с факелом? Я что-то не понял. Меня обманули. Что делает этот рычаг? Так, здесь что у нас? Здесь, друзья, тропан, ура!
Дробовик. У этого помпового дробовика с коротким стволом, небольшая дальность стрельбы, но широкая зона поражения. Вот эта вещь, вот это я понимаю. Так, вот это оставить или обезвредить, интересно? Так, стоять. Окей. Так, обезвредим. Так, отлично. Он смотрит. Он не может уйти. Или мы не можем уйти там. Так. И здесь пустота. Ну, красивая картина. Что сказать. Здесь у нас жижа. Превосходно. 400, да? Тут выход уже на улицу. Так. Мне кажется, еще кто-то остался. Как-то слишком было их мало. Так, труп. Наверное, ты не встанешь. И вот, друзья. Арбалет агония. Самое главное оружие, в принципе, в игре. Этот мощный складной арбалет с прочной тетивой может стрелять тяжелыми болтами. Я вообще первый раз играл и был глубоко поражен, то, что в одной главе две пушки находились. Это было странно. О, гарпун. Так. Мощный гарпун для арбалета агония, который пронзает врагов насквозь. Кто там? Кто шипит? О, я вижу тебя. Так, на ступеньках трюк не получится, скорее всего. Надо тебя сюда выманить. Давай. Что там у тебя? Главное не промахнуться. А, вот видите, в голову не попал. Окей, я понял. Окей, и поджигаем. Все, надеюсь. Ох, ёперный театр. Тут у меня жижа еще. Ой, бежим, бежим, бежим. Ой, мужик, ты что творишь? Да вас не прицелишься. Блин, пока они так бегают. Да есть же ж. Так. Да блин, а. Не поджегся. Бутылок нет. Какой-то один мужик с косой. Да ё-моё. Да. Просто умри. Два патрона. Два патрона осталось. Я просто в это не верю. Так, нам, друзья, еще нужно сходить в одно место. Вот в это здание. Так, кажется, тут я не собрал еще бутылки. Нужно еще ключи собрать. В принципе, патронов-то у меня много там, запасов осталось. Так. Вот здесь один ключик висит. Так, превосходно. Еще один остается. Потом его достанем. Так, где мой дробан? Кстати, с ним мне даже как-то спокойнее будет. Делать болт, окей, я понял. Возьму пока дробан. Так. Здесь кто-нибудь есть? Я никого не вижу, но я кого-то слышу. Кто-то там сверху шарится у нас. Что? А. Ух ты, хорош! Да блин! Откуда вообще? Боже мой, как? Откуда? Где? Бутылку-то. А, ну окей, у меня есть. Давай. Есть. Фух, блин, я прям слышал, но она ходила, и где она была все это время? Фух, блин, женщина. Так, ладно, по-тихому дальше.
Как она меня напугала, зараза. Вот эта игра, она такая вообще неожиданная всегда. Весь прикол в том, что я здесь всех распугал. И сейчас непонятно, кто где находится. Но здесь, видимо, вообще уже никого нету, на самом деле. Мы всех убили. Ох, друзья, вот почему мне нельзя играть в стелсы. Так, аптечка. Я всех тут могу разбудить. О, фотографии. О, кто у нас? How did you get it open so quickly? You're welcome to give it a try. Please, time is of the essence. It is imperative we find Leslie before anything should happen to him. Знаете, меня он меньше всего беспокоит, если честно. Аптечка здоровая. Лекарство из большого шприца, лежащего в этой аптечке, значительно повышает текущий уровень здоровья, немного максимальный. Однако вызывает временные побочные эффекты. Временные побочные эффекты? Прикольно. Так, запись. Эксперимент номер 4. Субъект номер 4-13. Брейнвейв активити diminished, but synchronization achieved. Subjects should begin experiencing a shared consciousness. Previous trials indicated rapid deterioration of consciousness. Their minds became an exquisite mass, an amalgam of mental carrion. I'll have to connect myself if I want to experience their terror before it diminishes. Все понятно? Теперь сюжет игры прояснился. Ладно, ладно, шучу. Так, доктор, оставайтесь там. У меня еще босс. Мне нужно еще убить огромного жирного босса. Это не так-то просто. Так, максимум патронов. Блин, тропана. Максимум. Так, нужно, друзья, сейчас сбегать, сохраниться. И потом я только пойду за боссом. Кое-что улучшить надо. Так я ни за что не пойду. В принципе, друзья, есть два варианта убить босса. Вот этого садиста. Можно с помощью патронов, это быстрый способ. А можно без патронов. Это медленный способ. Так что я не знаю. Так, цепь. Сильная. Great. Супер. There's gotta be something that'll get through this. Maybe a chainsaw or something. Да, у кого здесь пила? Здесь только у одного парня может быть пила. Так, вот, друзья, последний ключик. Отлично. Два ключа. Все, идемте сохранимся. И пойдем воевать с боссом. Это точно. Так, что у меня там в ящичках еще есть? Надеюсь, что-то хотя бы осталось. Так, здесь у нас все припасы, друзья, остаются, так что не волнуйтесь. Так, снизу патроны для тропана. Еще гель. Жижа. Надо бы увеличить, знаете, вместимость тропана. Сколько это будет мне стоить? Так, вместимость дробана. Множитель урона, емкость магазина, да? А, всего на один увеличивается? Ё-моё! Как-то не очень, ну ладно. Окей. Совсем как-то не очень. Могу теперь 6 патронов засадить. Так, все, сохраняемся. Отлично.
И теперь что у меня есть? У меня есть арбалет агония с двумя взрывными болтами, даже с тремя. У меня есть пистолет, 6 патронов. Знаете, давайте попробуем вначале победить его без вообще траты патронов. А если не получится, будем действовать по обстоятельствам, как всегда. Так. О, как он там злится-то. Я уже прям чувствую. Так. Дробан, можно мне, пожалуйста, на двоечку? А, это на троечку. Благодарю. Так, окей. Все, бежим. Так. Все, бежим сюда. И теперь стоим и ждем его. Так, есть. Один раз получилось. Второй раз. Шикарная здесь ловушка. Третий раз. Нет, кажется, он убежал. Вот плохо будет, если... он как бы успеет пробежать, прежде чем я включу ловушку. Тогда будет действительно плохо дело. Так, ну где он? Мужик, приди. Прошу тебя. Нет, я не хочу выходить. Вот он, кажется, идет. Или же нет. Да, пришел. Есть. Обратно его. В общем, это способ без траты патронов, как убить босса. С тратой патронов можно пустить в него, ну, болта так... два агонии и еще пару патронов дробана. Он здесь вообще? Все? Кажется, он умер. Вот и все, друзья. Изи способ. Давай, скучать не буду. Так, пила. На зубьях цепи этой старой ржавой бензопилы засохла всякая гадость. Так, это моя жидкость, 5000. Неплохо. Так, здесь патрончики еще были, я помню. Док, выходите. Все в порядке. Можем выбираться отсюда. Так, вот патрончики мои. 2 патрона. Бутылка, ну ладно, вдруг какой-то зомби здесь остался и захочет поиграть в бутылочку. Кстати, все эти бутылки с вином. Представляете, сколько вина пропадает даром. У меня просто сердце кровью обливается, когда я смотрю на все это. Эх. Так, вот здесь еще ловушка осталась. Ну, я, знаете, нет, я даже не буду пробовать. Так. Все, пусто? Окей, отлично. Еще патроны, еще для дробана, но у меня уже максимум, к сожалению. Так, пусть она остается здесь. Нет, трогать не буду. И вроде бы, друзья, все собрал. Мог только гель где-то пропустить, но в основном это все предметы, и мы можем отправляться. Уровень закончен, ура! Остается только распилить это все. Вот я, блин, хочу себе такую пилу. Оставь меня, мужик. Прошу, оставь. Не бросай, что ты делаешь? Я найду новую цепь. Wait! Over here! Wait, officer. You must take me with you. Detective Castellanos. Leslie should be just ahead. It is imperative that we find him. Ура! Эпизод 3 пройден.
на этом, друзья, все. Всем огромное спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока.